Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы с вами поговорим про очередного топового героя, которого, я надеюсь, скоро все получат. Либо его раздадут, либо вы уже выбили. Это сегодня у нас будет Космо. Поговорим про Космо, покажу, расскажу, потому что многие тоже, опять же, задают тысячу вопросов, что лучше ставить Космо, какие таланты, что качать. Во-первых, у меня вот такая вот сборка, у меня было здесь СО. Вот такой вот вариант с талантом Смотрителя, вот такая вот сборка, это чисто для Архидемона плюс Пиромах. Я вам стараюсь писать каждого архи на английском сервере, максимальной сборки тестирую разные вариации. В общем, на сегодня вот это вот топчик для Архидемона. Есть также другие варианты, я сейчас вам постараюсь их показать. Вот такой вот вариант ожива, плюс ставите сюда воодушевление, так как он автопрокер. Такой вариант очень хорош на фарм локаций, на волны. Я прошел, мы прошли даже на стриме, переделали просто космо, сделали ему оживу, он был с ИСО сливался. Вот Аджей волна пройдена, в принципе, довольно-таки легко. Мы там, я не знаю, попыток 20-30 потеряли. Там у нас было за пара с юнитами, бомбило. Но мы это смогли сделать. Вот именно благодаря космосу, воодушевлением и оживой, мы, в принципе, смогли без проблем зафармить Аджей волну. Потому что герои как бы вроде 30-е, топовые, все дела. Видите, вот сейчас я не знаю, зафармим, не зафармим. Волна фармится очень легко именно с таким космо. То есть ожива плюс водушка для фарма заходит просто на ура. То есть попытки расставили героев по сторонам. Такая раз, так как у меня, в принципе, можно зафармить. Вот J3 даже мы зафармили. Ну понятно, четвертую нам сейчас просто разобьют. Но таким вот образом фармится волна просто на ура. Вот смотрите, J4 даже зафармили. J5, я не знаю, если мы уже не, ну, видите, они с другой стороны бы зашли, было бы нормально, затащили бы. В общем, таким вот образом, благодаря именно такой сборке можно тащить. Потому что если он у вас будет с бастом, он у вас будет с, там, не знаю, СО, он будет все равно сливаться. То есть не хватит. Однозначно не хватит. Видите, он вроде и здесь тоже слился, или это не он? Сейчас посмотрим. По-моему, он. Над кем там у нас мигает? Да, это он даже слился. Также такой вариант, в принципе, для битвы гильдии, кто использует. Но я уже показывал, если космос с водушкой, в дефе выпускаете там Фрейю и других, он очень хорошо помогает пройти вашу базу. Ну, как вариант, круто и нормально, тоже можно бегать. Дальше, следующий вариант, поехали. Сейчас попробуем вытащить что-то интересное, если не вытащим. Забирать его на атаку, сразу говорю, бессмысленно. Он у вас будет просто сливаться на любой отражалке, то есть есть вариант поставить, если вы хотите на атаку, это проклятый доспех плюс ремка либо воодушевление. Но опять же, для фарма лучше ожива плюс воодушка, потому что сольют и так, и так. А бастион ставить, ну, тоже смысла нету никакого, то есть он что так будет у вас сливаться. То есть СО как вариант, сейчас мы попробуем, что-то у нас сервак подвисает, как обычно. Как обычно, они не дают нормально. Просто жесть, посмотрите, что делается. Есть вариант вот ремку поставить, но опять же, учитывайте то, что если вы прокачаете ремочный вариант, вам надо иметь эмблемы. Вам надо иметь девятую оживу, не на всех это серверах доступно, на русском сложновато это собрать. Либо девятую оживу там, либо ПДшку можно ставить на PvP локации, такое еще пойдет. Но в идеале это лучше поставить ИСУ, он будет у вас подольше жить. Мы можем даже сделать вот так, ремка.
поднять ремку на девятку и поставить ISO. То есть три таких. Ремку можно сделать, если у вас есть эмблема. Оживу можно, опять же, если у вас есть воодушевление, ремка там. ПДшку можно, ну, как вариант, я бы, наверное, не знаю, это самый крайний вариант, проще ПДшку поставить эмблемой. Либо же ISO. Выбираем ISO. Видите, у него нету, он имеет иммунитет к заморозке, по-моему, я не помню, там не окаменение, там как-то по-другому. И все, то есть его надо спасать от стана, он станется. То есть варианты разные есть, но такая вот сборка, она будет более оптимальна для PvP локации. Он у вас не будет очень быстро сливаться и хотя бы ударит, доживет до удара, потому что в большинстве случаев либо соживо его пробовать, видите? Он проседает точно так же, как и все герои, но зато хоть ударил. Потому что если у вас будет там другая вариация, там можно соживое попробовать, но его будут просто шатать сразу же. Это опять же на вкус и цвет, выбирайте то, что у вас есть. Вот он один раз ударил, дальше там шанс, если там, допустим, мой ворожей выживет, ну мой-то выживет, а ваш выживет, он его может отхилить еще как вариант. Но в большинстве случаев без разницы, как вы его соберете, герой очень, честно говоря, ватный. Ну видите, здесь Космо не особо вражеский сильно атакует. Сейчас мы дойдем еще до чарок, до созвездий. Ну, такой вот вариант, он еще, как видите, держится. То есть, ну, это благодаря тому, что у меня ворожей хороший. Его сложно слить с уклонением. Если вы, конечно же, наролите на вашего Космо уклона нормально, он тоже будет нормально тащить в такой сборке. У меня здесь сборка сделана чисто под архидемона. То есть, он чисто атакующего варианта. Как видите, 6. Кстати, у меня тут нету смен, нету. Стоит 6 критов, то есть он максимум криты выдает. 6 пиромах. По чарам. Многие спрашивают, что по чарам. Самое топовое, если вы будете собирать его с ISO, это, конечно же, Holy Conviction. То есть такой вот вариант, плюс 40% дефа, плюс, опять же, тот же самый отхил. Для большинства PvP-шных героев на сегодня это самый лучший вариант. Если вы хотите его собирать на архидемона, ставите точно так же, как у меня пиромага. Если вы используете на PvP, такой вариант. Можно как вариант поставить обряд лечения, но честно скажу, вот это увеличение оно никак не спасет. Лучше все-таки, как по мне, деф. Ну, хотя он может себя и хилить еще помимо этого. Он дальник у нас. Ну, то, как вариант, это можно ставить. Либо же доспех. Тоже неплохой вариант. Атакующий вариант, передача, либо ложный выпад, победный выпад. Ну, честно говоря, такое себе на нем. Хранитель леса, в принципе, тоже можно. Некоторые ставят недомогание для PvP-локации. Ну, для этого, я же говорю, надо собрать хорошую сборку с уклонением. Без уклонения вы ничего не сделаете. Он не будет так особо тащить. Сейчас любой герой, вот, у которого есть хороший уклон, он будет тащить. Так как у меня вот такая сборка, сейчас мы поставим, давайте даже с ангелом сбегаем. Побежим на ЗБшку. Вот у нас есть роза. Поехали, посмотрим. Что у нас там, станящих никого нет. Ну вот он включился. В принципе, успел, ушатал всех. Был бы стан, его могли бы застанить. Заморозка, он имеет иммунитет. Но смотрите, роза его, он что, розу не может пробить?
Нифига себе. Вот там Роза максимальный дав, судя по всему. Просто сказала ему до свидания. Даже в такой сборке, потому что Роза бьет процентуально. Но зато он ударил. То есть сборка. Есть вариант поставить ремку железку. С него не снимут энергию, он ударит первым, но опять же у него дафа не будет. В большинстве случаев, если вы его будете использовать на эту локацию, в принципе можно ставить и железку эмблемой, и ремку талантом, если такой вариант. Либо живо плюс ремка, плюс защита от стана слона ставить, чтобы он включился. Ну разные вариации бывают. То есть тут уже как повезет. То есть от всех все равно его не соберешь, но оптимальные варианты такие же где-то приблизительно, как у ледяного феникса. То есть где-то один в один. Я ледяху вам показывал. Вот видите, вражеский ударил первым, но мой держится, еще и даже там миссуют чуть-чуть. Даже кого-то наполовину снес. Ну, его все равно тут по-любому ушатает. Была бы сборка с оживой, его бы быстрее ушатали. Ожива под молчанием срабатывать тоже не будет. Ну, то есть от всех он универсальным по-любому не будет, но если вы хотите его использовать на PvP, там его очень часто сливает фрей остальные, то это самый лучший вариант, это, конечно же, СО. А если же у вас нету СО, ставьте оживу плюс ремку. Плюс он будет у вас для фарма хорош. Ну, варианты разные есть, конечно же, но все зависит от того, какие у вас, какими ресурсами, точнее, вы располагаете. А, чуть-чуть не хватило добить вражеского. Видите, ушел Винвиз. Давайте попробуем так. Попробуем на вторую пачку закинуть его. Посмотрим, что там получится. Вот здесь вражеский сработал и все, ушатался. Дальше он уже не настолько актуален, как видите, его ушатали и все. Ну, все зависит от того, его надо ставить в пачку с отхилом, чтобы был хороший отхил, потому что без отхила его будут шатать. А если вы ему поставите священный суд, СС-ку, чары, в принципе, у него будет и улучшенный отхил, и будет у хороший деф. Я пока его не трогаю, потому что он у меня собран для архидемона. Пока тестирую. Ну, смотрите, зефира, которого тоже прибить не можем. В общем, трэш полный. Надо больше недомогания. Вот он включился. Ну, а дальше, как видите, пришло молчание. Но все равно держится, посмотрите. Даже сейчас может вторую тычку. Не успел вторую тычку сделать. Плюс-минус. Такой вариант более-менее. Ну, один, конечно, против пяти. Это немножко не то. Но опять у него нету уклонений. Вот смотрите, на Асуре сливается как. Ну, хотя Асуру ушатал, но половину хп потеряли. Если будет он у вас с уклонами, он, конечно, намного круче будет по локациям. То есть выбора, к сожалению, у нас как качать кому созвездие нет. Все созвездия качаются всем героям таким же одинаково, поэтому это печально. Была бы возможность разные качать, это было бы поинтереснее, конечно. Ну, вот видите, ледяха вроде и спортачил нам все. В общем, такой вот герой. Ну, я в основном говорю, я на сегодня его использую даже не столько на PvP локациях, сколько на фарме волн. То есть Джей я благодаря ему затащил последнюю волну на Архидемоне, в принципе, и все. Больше его. Ну, еще бывает на Лабиринте. То есть это все варианты такие. Вот. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.